Дружище, скорее ставь лайк за 3 секунды, если ждал полицейские погони. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юра Чентони, и сегодня у нас новые полицейские погони в Лего Сити. Привет всем, господа хорошие! Да. Что ж, ребята, Брикрикс не обновляется, поэтому мы снимаем все то же самое, но хорошо, что обновляются построечки мастерской, ребята. И вот у меня сегодня у полицейского будет вот такая прокачанная постапокалипсиса тачка. Ты посмотри просто, какая она охеренная, реально. Она крутейшая, ёпси, и еще и полицейская. А самый главный прикол ее, знаешь, в чем, братан? Знаешь, в чем? Знаешь? Ты вот, видишь на мои мне... глаза? Посмотри в мои глаза. Две маленькие точки такие, просто как у свинюшки. Не, а у меня наоборот они крупные, типа удивление. А чего ты сказал там? Ну, нас отличаются. Короче, здесь стоят три пулемета, которые стреляют в разные стороны. Плюс это мега быстрая тачка, она просто разгоняется до 200 км в час. И плюс она мега устойчивая. Так что, братан, я не знаю, как ты на своей вот этой гробовозке. Я еще один плюс знаю. Она плюс мега прочная. Кстати, да. Короче, садись давай, садись и вали отсюда. Если мы ее не раздолбаем, я чувствую, что тебе покататься на ней тоже можно будет. Она реально прикольная. Так, все, ребятки, я валю отсюда быстренько, потому что, ну, серьезный соперник против меня здесь. Так, пулеметы есть, но я не знаю, буду ими работать или нет. В принципе, мне кажется, что я тебя и так догоню. Попробуем, посмотрим, и я еду тебе на перехват. В смысле на перехват? Не надо ко мне на перехват ехать. Я в противоположную сторону поехал, а где-то там сейчас есть, я не знаю. Блин, мне нравится тачка, она серьезно, она очень крутая. Автор прям молодец. Да. И вот эти боковые бамперы, я так понял, что это противовес, чтобы машина не переворачивалась, понял? Ну да, да. Но у меня машина, она типа это, типа инкассаторская какая-то, что ли. Ага, гробовозка у тебя самая настоящая. И выглядит, она очень-очень в поворотах неустойчивая, но будем стараться. Зато она тоже быстрая. Я, кстати, нашел слабое место своей машины, это бордюры. Бордюрчики? Просто прям налетел, мама не горюй, покрышка лопнула сразу. Кстати, будем знать, теперь по бордюрчикам будем почаще ездить. По бордюрчикам будешь ездить? По бордюрчикам в городе ездить нельзя, иди сюда, я тебе штраф выпишу. Ой-ой-ой-ой, кто там у нас сзади, а? Приконнектил. Иди сюда. Отвали от меня, рожа. О, тормозной путь просто 10 километров, я понял. Вообще жесть, у меня такой же. А, ты повернул, окей. Мы тебя видели. Ну-ка, арабишь в поворот. Ай-ла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 
Тормоза! Нихера ты пролетаешь нормально. Я тормозил, а не ехал. Да-да-да, я вижу. Тормозной путь жесткий. Ребятки, если вам понравится такая серия, обязательно жмите пальчики вверх. Не забывайте писать свои комментарии, чтобы больше выходило БРИКИКСа. Господи. Я столько тормозил, и в итоге я все равно врезался в здание. Вот просто прям. Опа. А ты где, брат? Ты меня видел, я знаю. Да откуда? Ну, потому что я тебя видел. И, наверное, видел ты меня. Но это не точно. Так. Еееть! Опа! Здорово! Братан, стой! Ты, кстати, маленький такой вообще хрень по сравнению с моей машиной. Нормально, мы проскочили, слушай. Ой-ой-ой-ой! О, братан, братишка! Братишка, не надо меня бить, брат! Шпоньк! Это вообще нереально. У меня все колеса повылетали, господи. Братан, подожди, сейчас я вернусь. Я добью тебя красиво. Может быть. Так, разворачиваемся. А ты чего убежал-то вообще? Нахер надо с тобой тусить там. Эй, дядька, ты что? Дядька, ты что творишь? Просто писюн убежал от меня. А в смысле, ты здесь только что был? Где? Да вот тут буквально стоял передо мной, только оделся. Иди сюда, негодник. Ты где? А ты где? Цим-ц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 им. Ты где, мой хороший? Ты знаешь, что ты не убежишь никуда отсюда? А ты где, мой хороший? Я тебя ищу. А я тебя? Не понял я. Не понял, говорит я. Где ты, бля? Дядька, ты где? А!
Ты что, на камере посмотрел, да, зараза? Конечно. Вот сучок какой, а? Я же говорю, в переулке был и свалил вдруг неожиданно куда-то. Здравствуйте, я по мать. Хитрожопый мелкий. Ну я типа залез на дом, видишь? Залез он отдал. Вот так твою колымагу просто под поезд. Правда, она улетела. Короче, ребята, вот такой заезд. Вроде неплохо. Пишите в комментариях, что думаете. А мы сейчас устроим что-нибудь новенькое. А что ж, ребята, если уж у нас полицейский постапокалипсис, то мы тоже будем, ребята, не лыком деланы. Тоже зомбачки какие-то, да? Ой, ты сейчас меня увидишь, ты просто охренеешь. Ну, правда, я думаю, что ты меня снесешь сразу, потому что построечка что-то выглядит как-то хлипко немножко. Ну, сейчас посмотрим, кстати. Что-то... Кстати, она тоже стреляет у меня, нифига себе. Ну нифига, эта тачка крутая вообще, она просто управляемая, все дела. Оу, фак! Оу, да мне даже не надо было тебя догонять, слушай. Это победа, ребята, увидимся в следующем заезде. Братан, просто забор меня остановил. Просто, он просто на изичах меня остановил забор. Охренеть. Ну я тебе просто хочу показать. Что это за дуровина там, а? Это, короче, походу из этого, Mad Max'а. Фура же была, да, на которой они там гоняли. Вот это она, походу. Ну, а что она такая быстрая, слушай? Ну, она сотку гонит вообще на изичах. Как бы. Так, не стреляйте, пожалуйста. Эй, какого хера вообще? Она падает. Ой, господи, боже мой, какая она убогая, а. Твой дед убогий. Убогая. А мы еще вот так можем. Тачка, смотри, она летит как, а. Смотри, как... Нормально. Просто сама врезалась, нормально так. Ну смотри на нос ее. На тебе. Вот для чего нос нужен, таранить просто. Нихера ты дерзкий, слышь. Сейчас я тебя выведу на чистую воду. Сейчас я тебя выведу, братан. Так смотри, у тебя там еще и колючки какие-то. Эй, ты куда? Просто под соточку, да ладно, она прет 200 тоже, как-то тачка самая. Только она в поворотах неуправляемая, нет, братан. Поезд, тормози. Господи, я на ум восстановился, у меня колесо улетело само. Господи, не отваливать. Так, чё колеса отпадывают просто сами по себе? Я знаю, в чём прикол. Автор сделал, наверное, дурачок, колеса пластиковые, а не стальные. Дурачок. Инфосотка прям. А я все, я поворачивать не могу, я приехал. Сейчас ты приедешь, братан, сейчас. Но! Просто. Минус две тачки, смотри. Это просто было, знаешь что? Под челюстью удар. Давай этот лоб в лоб сделаем. Ну-ка, давай-ка. Просто ради прикола, на большой, на максимальной скорости. Давай-давай. Просто реально интересно, машинка-то моё, давай, погнали. Погнали. Так, на ручной коробке передач, чтобы быстрее было. Да-да-да-да. Блин, вот это, мне кажется, будет эпичненько. Ты, кстати, сам в меня 200, попадай. 200, погнали. Но! Минус Антохин, смотри. Просто у тебя вообще колючка какая-то. На, бам! Минус Юрич. Ну, она зажгла себя. А я-то живой еще. Как ты живой? Я живой. В смысле? Вот я умер только. Нихера, у тебя антипригарная жопа. Да. У меня антипригарная, она, слушай. Блин, ну вообще охеренно, тачки огонь. Прям вот реально огонь, мне понравилось. Но, тем не менее, конечно, фуру установил ты довольно-таки легко. Ну как, ну да. Но у нее отпадают колеса просто. Да, вот мне кажется, ее если доработать, то может она будет нормально. Но единственное, у нее еще проблема, она узкая какая-то, то есть она в поворотах, прям у нее жопа лево-право прям идет. Смотри, пинок от поезда. Джибоньк. Джибоньк, охеренно. Он ее схватил, смотри. Ну, у меня она в бок улетела. Короче, ребята, вот такой заезд. Я думаю, что полицейскую машину мы оставим и сделаем еще один заезд. Погнали. Друзья, в общем, продолжается наша замечательная погоня. Сегодня какой-то день зомби-апокалипсиса у нас. Я не знаю, полицейские зомби против обычных зомби-апокалипсических машин, да? Сам ты зомби. Зомби не водят, ёпта. Зомбай, ёпта. Настоящий зомбай. То, что меня укусили, не говорит о том, что я зомбай. Давай, в общем, попробуй остановить теперь нас, а? О, это что за мусоровоз прокачанный? А ты что думал? Это прокачанный мусоровозик. Он, кстати, реально чуть здоровый такой, весь коричневый, прям какашка на колеса. Да. Главное, чтобы у него колеса не отпадали, и все будет вообще в ажуре. Братан, здорово. Здорово, брат, здорово. Сворачивай быстро. Мы пока развернемся, 3 часа пройдет. Ой. Алла-ла-ла-ла-ла, Акбара. Акбарама, Акбарама. Слышь, пёс не крещённый. Дядя.
Слышь, пес не крещеный, ты че? Охерел, что ли? Дядя, подвинься, говорите. Так, тихо, дядя, у меня он переворачивается, но вы не думайте, что вы так просто нас это. Ага. Нихера ты меня колесами только что вшатал в землю. Есть, а ты чё, я не понял? У, которая восстанавливает нас сразу. Нет, это понятно. А какой хер у тебя колеса ни одного не отпало? Нет, колеса. Нет, прочные колеса, я проверил. На тебе в жопень, минус жопень, хорошо. Минус твой перед. Ну, перед мне не жалко, у меня там бампер минус противоударный. Минус жопень, говорит, и у нас ничего не упало. Да? Ой, ой, а у кого капот упал? Давай, газуй, 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 тащи, тащи его, братан. Да тихо тебе. Дай да ладно, это что, я тебе хочу сказать, тараном не собью, что ли? Да ты меня, по-моему, ничем не собьешь, брат. Не, у меня есть пулемет, а пулемет это минус твои колеса, так что, в принципе... А, ну ты подожди, не торопись сильно. На тебе! Джон Сина! Джон Сина! Чё, колеса целы? Да ладно, я тебе под углом в них залетел прямо да от души. Тебе. На тебе вдвигло или что это? Ой, что-то отлетело. Нихера себе что-то отлетело, у тебя полтачки так-то покосаны. Кстати, у тебя подвеска шикарная просто. У меня да, она хорошая, кстати. Так, ну чё, будешь падать в яму, нет? Не хочу. На тебе, господи, минус моя тачка. Просто полыхнул. У кого-то взорвался пукан, слушайте, и кто-то горит там. Да. И кто-то сейчас горит, по-моему. Ну, уже не сгорю. А, уже не сгорит. У вас автоматический огнетушитель, жопа стоит. На, да ладно тебе, смотри, у него колеса не отлетают, охренеть. Ну почему, отлетело два? В смысле, где? У тебя все колеса на месте. Не-не-не, два вот здесь вот было еще. А, спереди, да? Ну, посередине, кстати, короче. Уязвимое место это передние колеса, потому что, мне кажется, их нужно именно ломать, а не задние. Не, капец, я чувствую себя вообще защищенным в этой машине, реально. Так, минус колесо какое-то ушло. Да ладно тебе, ты что, угораешь, что ли, надо мной? А ты что думал, всегда вам побеждать, полицейский, я? Полиц. Ну, у нас полиция-то прокачанная. Давай, давай, давай. Ну. А это что было? Не знаю, ты пополам расслоился. Слушай, а это что за прикол сейчас был? Вот это было не херовенько так. А оно ездит? Я еду. Что ты такое? Слушай, это что за херня сейчас была, я не понял. Да ладно, он еще через ЖД проехал, смотри. Да ты серьезно, не убивай. Я еду, брат, все нормально, за контролем меня. Что такое вообще? Слушай, как я взорвался, я не понял вообще. Я тоже не понял. Ты просто с сидушки улетел. Просто улетел. Охренеть, это реально, это самый охеренный прочный грузовик, который я видел, наверное, за последнее время. Нереально просто. Ну да, он жесткий, но я не понял, как он на две части развалился. Да, слушай. Все, пошла война, битва. Битва пошла. А ты битва. Что ты от машины-то ушел? Я машину хотел взорвать. Сейчас будем взрывать машину. Где ты, битва? На, по твоей тачке прям. Ты где там стреляешь? Иди сюда. На. Иди сюда, писюнегодник. Писюнегодник. В смысле не попал? Ай, сучка, не успел стрелять. Я на ходу тебя стрелял, у меня прицел вообще, ну, ходуном ходил. Нормально. Блин, ребята, ну это действительно очень прикольная серия, ребята, поэтому выгружайте лайкосы, если вам понравилось, обязательно подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Да, друзья, и всем хорошего настроения, всем пока-пока. Пока, ребята.